потянулись, выдох, еще раз вдох, на носки закончиками пальцев, выдох, еще работаем, вдох. Слова, знакомые многим еще с советских времен. Недалеко от памятника их автору, на площадке перед Ледовым дворцом, горожане собрались на утреннюю зарядку. У каждого прийти сюда были свои причины. Чтобы поддержать свое здоровье. Как-то подзарядиться, такая погода хорошая. Хочется еще физически как-то взбодриться немножко. Я, например, вот, когда сделал сейчас зарядку и почувствовал прилив сил. Раньше мы зарядку всегда делали. Сейчас методики разные, но зарядка, она нужна. Это просыпаешься, бодрость духа, настроение улучшается. За профессиональным тренером упражнения повторяют дети и взрослые. Сегодняшнюю зарядку районные власти запланировали давно, чтобы взбодрить жителей и напомнить о предстоящем дне физкультурника. Завтра по инициативе губернатора на территории Ленинского района будет на площадке под Чкаловском спуске продолжение, но уже более в других масштабах. А сегодня мы просто непосредственно хотели задать тон жителям, живущим вот непосредственно в таком большом микрорайоне. В субботу набережная Волги объединит совершенно разные виды спорта. Футбол, теннис, баскетбол, шахматы, фехтование, бокс, мини-гольф. Кроме того, организаторы приглашают горожан на сдачу норм ГТО и соревнования спортивных семей. Площадки будут работать до вечера для всех желающих. Физическая подготовка значения не имеет. Алина Чемерис, Валерия Макарова, Станислав Левин. События.